Сегодня приготовим шашлык из рыбы. А рыбу будем сегодня использовать скумбрию. Я их подморозил, чтобы удобнее было отделить филе от хребта. Наконец мы закончили разделывать скумбрию. Самое сложное — это удалить косточки, вот эти центральные. Потому что когда будешь есть, чтобы они не мешали нам наслаждаться нашей вкусной рыбой. Сделаем маринад. Соевый соус, соль, пшеный чеснок, черный молотый перец, сладкая паприка. Также нам понадобится цедра лимона и сок лимона. Растительное масло. Перемешаем. И оставляем мариноваться на полчасика. Будем делать рулетики. Не упускайте момент, переворачивайте почаще,